Но у волгоградцев есть поддержка болельщиков. Ох, Зернов коснулся мяча, и может быть не кстати. Но вы знаете, выход этого футболиста изменил игру. Ударный, попадает в штангу, попадает в голову, еще один удар. Мимо цели. Гол, 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 волгоградцы забили мяч. Вы знаете, мне показалось, что мяч не попал в ворота, но все-таки Александр Зернов коснулся его последним, а вот этого делать уже нельзя. Нужно вернуться на поле, иначе будет желтая карточка. А ведь волгоградцы собираются продолжить путь в Еврокубках. Я присоединяюсь к многочисленным аплодисментам. Вот я вижу сейчас... Давайте мы сейчас посмотрим повтор этой атаки, развития. Сейчас происходит возле штрафной площади. Опасные моменты продолжаются, опасные моменты продолжаются, и... Мяч попадает в ворота. Ну вот я сейчас вижу представителей Аэрофлота, с которыми летел первым рейсом российских международных авиалиний сюда, в Волгоград. Они поднимают пальцы, они показывают о том, что ротор победит. Ну вот видите, даже представители Москвы верят в волгоградскую команду. И я от души поздравляю волгоградский ротор. Помощь в передаче этого стадиона, и этот стадион является собственностью клуба. Но и средства нужны большие. Но все зависит, конечно же, от футболистов, от того, как они будут играть. Как они будут играть, пока волгоградцы выигрывают, волгоградцы в большинстве. И надо сказать, что они пропускают мяч, вы знаете, из ничего. Да, я думаю, что не исключаю. Думаю и не исключаю, что, может быть, вот этот гол – это развязка сегодняшнего матча. Ну, вот видите, передача. Здесь, конечно же, наш защитник подрастерялся. Неверную позицию занял. Четкий удар. Может быть, и не выручил в этой ситуации Чичкин свою команду. Но, наверное, сделать этого и не мог. Удар хороший, в дальний угол. И счет становится 1-1. А это значит, что по сумме двух матчей мы проигрываем со счетом 2-3. Вот какой сильный, мощный удар. Не первый раз мы видим, как голкипер Сервена Звезды далеко выходит из ворот, сокращает угол обстрела и выручает команду. Зернов и Огненович, две фамилии. Ну, судья здесь, может быть, и не кстати оказался. И вдвоем против одного выходят югославы. Не было положения вне игры. Счет становится 2-1. Вот это уже поражение. Скорее всего, да. Счет становится 2-1 в пользу Цервена Звезды. Югославы наказали нас на контратаке. Четкий выход 1-1. Хорошая передача. Несмотря на то, что был пас вперед, положения вне игры не было. И я вижу, как болельщики начинают покидать трибуны. Ну что же, они разочарованы. В общем-то, их понять можно. И я думаю, что они правы. Волгоградцы очень хорошо начали второй тайм и забили мяч, вышедший на замену Александр Зернов. Помог нашей команде, подарил нам надежду на то, что волгоградцы продолжат участие в розыгрыше.